Ежегодно миллионы животных совершают миграции в родные края. Но у некоторых это выходит лучше, чем у других. Я говорю, постойте, это не Нью-Йорк. А как проехать через всю Европу, не привлекая внимания? Что? Внимание! У нас в зале дикие животные! Мне нужен капитан Дюбуа из ветконтроля! Бедные зверы, они не уйдут от меня! Полиция! Что будем делать? Толпой не смешаться, это тебе не Африка! Пустите нас! Быстрее внутрь! Спасибо, но мы на следующий выйдем, мы вообще-то в Америку едем! Мама Мия, мы тоже туда едем! Что? А нам с вами можно? Этот поезд только для цирковых животных. Так и мы из цирка. И что вы умеете? Афро в цирке. Шутишь? Чтобы вернуться домой, мы придумаем номер, от которого у всех крышу снесет. Я на канате! Нет, Мэллоу! Нет. Дорога домой превратиться в цирк. Рабар, поджигай. Вот теперь не жалко денег за билет. Шкуры свои спасаете, даже не надеетесь. Что ты делаешь? Зебры рулить не умеют, только люди и пингвины. «Мадагаскар 3» от студии DreamWorks Animation. Эй, это что, первый класс такой? I'm sexy and I know it. А вам кто-нибудь говорил, что вы вылитая супермодель? О, вот это женщина!